Депутат Мособлдумы «Единорос» Дмитрий Голубков навестил ветерана Великой Отечественной войны Надежду Пономаренко. В свои 97 лет Надежда Васильевна ведет активную общественную работу, встречается с молодежью и передает ей свой опыт. Всегда быть на связи для нее – жизненная необходимость. В рамках акции «Мобильные бригады помощи» парламентарий вручил ветерану мобильный телефон с оплаченным безлимитом.